По сравнению с прошлым годом, явка хорошая. Молодцы, все мамы пришли, привели. Никто не жаловался, что как бы первое время, то есть, когда они все явились, их было много, но они все спокойно пережили. Прием ведут врачи детской городской больницы. Кто-то пришел на консультацию к конкретному специалисту. Есть те, кто посещал всех. Полный обход занимал в общей сложности около часа. Приехали, все на месте, все, всех прошли. Не надо куда-то ездить, куда-то мотаться.